Сейчас находимся на Майдане Незалежності, и вот там, где самый яркий свет, там находится большое количество сосредоточения «Беркута», которые сейчас пытаются спускаться вниз, они перестраиваются для того, чтобы, возможно, провести зачистку. Они сейчас стучат постоянно по щитам для того, чтобы запугать таким образом людей. Сейчас на Майдане находится примерно около 5-7 тысяч человек, которые находятся здесь, но также находится сейчас количество людей. Вот вы видите, сейчас там находятся светошумовые гранаты, уже находятся на самом Майдане практически. Сейчас горит. Вот началось с этой стороны светошумовые гранаты. Вони закидають машини, закидають гранати, закидають петарди, пострілюють. Возле Октябрьського дворца теж знаходиться велике кількість. Ви зрозумієте, що тут люди, жінки, юнь українська, Янукович тіще, і навіть, можливо, після цієї зачистки завтра в країні не буде. Він втече, а ви будете відповідати! Слышите, сейчас шумят, они считают. Ганьба! 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 Это сейчас прямая трансляция с Майдана. Один, два. Всі, хто в першій лінії, будьте обережними. Але ми ще раз нагадуємо, що ви повинні усвідомити, що тут Майдан вщерть заповнений людьми, простими людьми. Очень шумно, и реакция, как будто взрываются взрыв-пакеты. Такое ощущение, происходит действительно шумовая граната. И это то, что происходит сейчас в стране.